Привет! Мы принимаем вызов компании Hype и участвуем в Ice Bucket Challenge. Нам холодно, правда, но мы делаем это ради того, чтобы поддержать саму идею этого мероприятия. Все, что касается благотворительности, мы всегда поддерживаем. Мы работаем с благотворительными фондами. Мы сейчас активно работаем с фондами «Галчонок» и «Поколение Маугли». Мы помогаем им, чем можем, и готовы помогать дальше. Холод нам не страшен, высота нам не страшна, и мы можем вместе со всеми двигаться дальше. Деньги мы перечислим в российские благотворительные фонды. Слава. Это не страшно. Это как каждый день смотреть рейтинги. По сравнению с этим, это полная ерунда. Людям, которые это все придумали, мы желаем придумывать дальше. Денег у нас много, и мы готовы не только обливаться, а вообще, в принципе, помогать и участвовать в благотворительности. Ну что? Кому подождите, я номинирую. Мы бросаем вызов нашим друзьям, Первому каналу, компании TNS Россия, компании Video International. Давайте, друзья, поддержите нас. Раз, два, три. Слушайте, это оказалось не так страшно, как мы думали.